Итоги внеплановых проверок школ региона после трагических событий в Казани обсудили на краевом заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Совещание прошло под председательством губернатора Вениамина Кондратьева. На сегодняшний день почти все кубанские образовательные учреждения находятся под защитой частных охранных предприятий. Причем 90% охраняют казачьи ЧОПы. Все школы и детские сады оснащены тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения. Но проверки безопасности должны проходить не только в учреждениях образования. Теперь нужно уделить внимание школам искусств, детским спортивным школам, центрам творчества, подчеркнул губернатор. Кроме этого, Вениамин Кондратьев поручил увеличить количество охранников в крупных школах, установить дополнительные камеры видеонаблюдения, а периметры школ сделать полностью закрытыми. Уже в конце этой недели прозвенит последний звонок. Проведение всех этих мероприятий должно быть под особым контролем. Необходимо провести проверки и выставить дополнительные патрули. Обеспечить защищенность школ сейчас – это одна из главных задач, поэтому будут приняты особые меры безопасности. Для выпускников 9 и 11 классов, а также учеников начальных классов учебный год завершится 21 мая. Для обучающихся 5, 6, 7, 8 и 10 классов 28 мая.